Хочешь получать ежедневный пассивный доход со своих денег? Рекомендую сайт Shelby. Это компания, которая занимается осуществлением ставок в конном спорте. Я уже вложил $500 и получил доход за 40 дней $900. Попробуйте и сами. Ссылка на регистрацию в описании под видео. Привет, ребята! Вы на канале Жук-паук, и это вторая часть самых опасных птиц на Земле. Южноамериканская гарпия. Южноамериканскую гарпию зачастую именуют самым сильным орлом в мире. Его масса может достичь до 9 килограмм. Когти этой птицы длиннее, нежели когти медведя. Он без особого труда может сломать человеку конечность, либо даже пробить череп, если захочет этого. К счастью, гарпии ни разу не нападали на людей, если не защищают свое гнездо. Они кормятся в основном обезьянами, ленивцами и крупными птицами, такими как попугаи. В настоящее время численность этих крупных южноамериканских орлов постоянно уменьшается. Основным фактором этого считается уничтожение лесов в районах гнездования гарпий, а также отличительные черты размножения. Пара выращивает только одного птенца. В определенных местах Мексики они до такой степени редки, что местные жители считают их полулегендарными птицами. Птица-бородач – ягнятник. Ягнятник обитает в Европе, Азии и Африке, может весить до 8 килограмм, а размах его крыльев достигает более 3 метров. Бородачи в основном питаются падалью, в значительной мере костями, которые раскалывают, бросая их с высоты, при необходимости даже несколько раз, на скалы или камни. Африканский ушастый гриф. Африканский ушастый гриф – один из самых крупных грифов. Длина тела достигает 115 сантиметров, размах крыльев до 3 метров, а вес этой птицы – 10-14 килограммов. Обитают в Северной Африке и распространены от Атлантического океана до Красного моря, а также на Аравийском полуострове, к югу вдоль Индийского океана до конца Южной Африки. Питается в основном падалью, но было известно, что эти птицы убивают молодых газелей и антилоп, а также охотятся на колонии фламинго. Он крадет яйца у птенцов у других птиц. Они очень агрессивны. Даже гепард предпочитает держаться подальше от опасного клюва этого стервятника. Евразийский филин. Евразийский филин обитает в лесах и горах Азии и Европы, весом до 4,3 килограмма, с размахом крыльев до 2 метров. Эти совы являются одними из крупнейших и самых мощных птиц. И хотя они питаются в основном грызунами, кроликами и зайцами, также хорошо известны за то, что убивают и едят других хищных птиц, как дневных, так и ночных. Венценосный орел. Венценосный орел обитает в тропических лесах Африки, достигает приблизительно 90 сантиметров в длину, размах крыльев до 2 метров. Как известно, охотится на животных весом до 35 килограммов. Этот мощный агрессивный орел известен у африканцев как воздушный леопард. Главным его оружием являются смертельные когти, которые достаточно сильны, чтобы сокрушить череп обезьяны, его любимая добыча. В доисторические времена эти орлы охотились на наших предков-австралопитеков. Даже в наше время венценосный орел рассматривает человека как потенциальную добычу. Он по праву считается самой опасной птицей в мире. Теперь, друзья, вы знаете еще немножечко больше птичек, которые, возможно, могут убить. Понравились? Ставьте лайки. И также не забывайте подписываться на канал Жук-паук. До встречи!